Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанка в Америке. Мы едем забрать нашу Мирославу с работы. Но посмотрите, какая у нас дорога. И смотрите, какая дорога у нас. Как раз нам эта сторона наша плохо почищена. То мы выезжаем на ту полосу. Марика, выезжай уже. Но едем аккуратненько. Видим, чтобы встречной машины не было. Сегодня у нас 23-е. Рукавички вот такие у меня классные. Посмотрите. 23 февраля. Марта. Ой. И смотрите, какая погода. Просто вау. Я сегодня даже курочек не ходила кормить. Гена пошел. Ой, говорю, я боюсь. Побуду, посижу. Сейчас у нас уже 2:30, но дорога очень плохая. И метет, и ветер, и снег. Вот какими сугробами мы едем. Шофер наш молоденький, конечно. Переживаем аккуратненько, чтобы ездила. А тут здесь совсем вот не проехала машина. Это только в одну сторону. Я слышала, она возле нас как раз поехала. И сейчас будет ехать обратно, но пока нам не посчастливило дождаться ее обратно. Вау, просто не видно. Впереди вот. Ух ты. Ну, завтра, сегодня 31, друзья, по Фаренгейту, а завтра передают 45, да? Или 40. То я думаю, что оно быстренько растает все. Уже мокрое. Да, и такой мокрый, тяжелый снег, мороза нету. И, ну, дай бог, чтобы никаких аварий не было. Потому что очень опасно. Лучше, конечно, сидеть дома, никуда не рыпаться, не вырываться. Да. И здесь у нас полный привод, 4 ведущих, или как там еще называется. Но все равно опасно ехать. Мы помаленьку едем. Марике экспириенс будет такой. Потому что нужно уметь ездить и когда скользко, и когда дорога легкая. Так что. Главное не спешить. Понемножечку и все. Сейчас выедем на трассу, там будет лучше. Надеемся. Надеемся, да. Главное, Марика, чтобы нас никуда не снесло, никакую на бок никуда, потому что застрянем. Да, главное, помаленько. Сегодня, друзья, у Надежды день рождения, знаете, у какой, которая подарила мне в прошлом году цыплята на мое день рождения. И сегодня 23 марта у нее день рождения. Надя, я вас поздравляю. Желаю вам всего самого хорошего, здоровья. Я не думаю, Марика, поворачивай. Там не почищена дорога. Вот сюда, да. Так что поздравляю вам, вас. Стой. И поздравляю сразу. Это ей, она, и когда я ей говорю остановиться, она знает все, знаете как. Осторожненько. И на день рождения вот Наде такой подарок. Такая замечательная погода. Да. Марика, не едь быстренько так. А ну тормози. Ты чё? Ну-ну, 20 нужно ехать. Ты дитё моё. Мама сбоку сидит. Ты чё? Ну, красиво, да? Хотя оно все пройдет, конечно же. Весна свое возьмет. Летом, конечно, уже. Но красиво. У погоды нет плохой погоды. У природы... Что это я сегодня, друзья? У природы нет плохой погоды. Извиняюсь, конечно. Да. Уже напридумывала, да? Уже и гуськи всякие прилетели. Потому что, ну, как бы так уже весна, а вот тебе на
засыпало все кругом. А, да, сегодня Марика Мирославу отвозила на работу на 7 утра. Мама поспала, хорошо. Я даже не слышала, когда вы ехали. Да. То представьте, Марик, они в 6:30 выезжали с дома. Было все нормально, не было ни снега, ничего. Весна была, да? И буквально в 9, наверное. Да, в 8 утра еще не было. И в 9 утра началась вот такая снежная буря, метель. Да, та машина первая едет очень медленно, кто-то тоже переживает. Едем 25, 21, да? Даже 20. Угу. Ну, сейчас это трячок, я думаю, ее перегонит. Потому что это уже очень медленно. Красота. С Новым годом вас, друзья, поздравляем всех. Не греется руль? А в траверсе у нас греется, да? Вот поле, ничего не видно. Вот вам и шторм. Еще заскочу в магазин, куплю крем-чиз, мне нужно для крема на трубочки. Ух ты! И очень много снега выпало, много-много. Дороги, друзья, опасные, но люди в магазине все равно есть. И вот я увидела такие штучки, чтобы выпекать пай или чизкейк, то уже готовое вот тесто есть, только берешь и себе уже начинку, какую ты хочешь. То $1.25 за одну такую мисочку. Классно. Здесь вот черешни готовые берешь и в пае будет тебе такой пирог. Сгущенка уже $1.85, когда-то была $1.19, но сейчас подорожала. Кокосовая стружка была 3.30, сейчас 2.99. Но как-то мелкой не вижу, такая крупная она. Ну, может быть, и взять пакетик, может быть, сделаю тортик муравейник, то нужно. Так, капельки $1.99, 2.50. А есть вот такие. Эти для клубнички идут. И уже все на Пасху. Смотрите, о, даже домики уже раньше не было. Только на Рождество делали такие рождественские. А сейчас вот уже 3,99. Ну, 8,99. Это эти конфетки. Вот такой домик с зайцами и яйцами. Украшать для детей. Это вот такие конфетки или печеньки трюфеля. 3,99. Все в зайцах и яйцах. Такие конфеты. 2,50. Ну, после Пасхи они пойдут на скидку. Вот эти очень вкусненькие. Шоколадные $3, ну 4, 3,99.
Как буду ехать? Я вам скажу, даже можно выпечку, друзья, не делать, а просто купить и все. Маскарпоне чизкейк вот такой есть вкусный. $10. Ванила, да. 10,99. Мороженое, макаронцы. Макаронцы 5,29. Но дети говорят, что тети Лены вкуснее, чем магазинные. И всякие мороженки. Здесь мороженое. Так, у меня для крема есть, кажется, все. Сливки я взяла. Крем-чиз взяла. Вот Марика себе взяла. Такие штучки, может быть. Это краска. И сейчас масло, друзья. Масло подорожало. Сейчас масло у нас идет $4 вот за такую. 3,97 или 98, а сейчас 2,50. Здесь идет 454 грамма. То лимит можно на человека взять 6 упаковочек я взяла. Марика себе для выпечки. Я сок взяла и еще крем-чиз по $1.59, наверное. Тоже мне нужно для крема, для налистников такое, чтобы был. И так, кажется, все. Мороженое не буду покупать. Едем мы уже домой. И смотрите, уже мы съехали с трассы. Просто так едем до нашей улицы там или как. И вот какая дорога. Просто только сидеть дома, никуда не рыпаться. Ну, разве посмотреть вот на эту красоту? Во, какая красота у нас. Это мы едем дорогой, которой редко ездим. Ну, это мы поехали, потому что нужно было забрать Мирославу с работы. Так бы никто бы никуда не ехал. В городе то нормально, там больше машин, больше чистят. Хотя здесь тоже вот чистили, и смотрите, опять замело, какая-то ферма. Так что сидите, люди, дома.